Со стороны сирийской границы обстреляна долина Бекаана на востоке Ливана. Сообщается о падении по меньшей мере 6 ракет. Согласно Ливанскому государственному информационному агентству, упали они на незаселенной территории, и никто, к счастью, не пострадал. Однако, по данным других СМИ, 3 ракеты долетели до города Набишит, разрушив жилые здания. Еще 2 ракеты упали в городе Хермель рядом со школой. Кроме того, как передают теперь уже сирийские СМИ, над границей летают вертолеты Сирии.